И мы продолжаем на том, на чем остановились. Ставим наши снайперки. Так, ага, ледовики. Ледовики можно и потом. Так, а вот почему эти могилки тут забыли? Надо их все съедать. Опа, бум-гриб. Фига мне дали. Классная вещь, гипногриб. Ну, одни грибы. А мне вот интересно, можно сносить бум-грибом могилу? По-моему, это нереально. Ну, а мы будем съедать могилы. Монетка. Эй, приятель, чё-то ты не ломаешься. Не хочет он ломаться. Ну, зато мы тех поломаем, ребят. Блин, достал. Иди назад. Так, здесь, если что, гипногриб. Здесь можно вообще эту фигню поставить. Непонятную фигню. А, едят друг друга. Нормально. Настоящие друзья, которые едят друг друга. Не, надо копить бум-грибы. Потому что потом начнется полная ахинея. Чувака переклинило, он пошел в другую сторону. Ну да, ну да. Так, интересно, он в таком состоянии... А, ну он не съедает, отлично. Эксперимент удался. Так, надо бы их заморозить на время. Все равно пока что делать нечего. Точнее, вот это вот место уже забивается этими ледовиками. Такое ощущение, как будто заставляет игра... Юзай, юзай их, парниша. А, да, кратер убирается со временем. Вот он, зарастает уже. О, блин. Опять вы. Опять вы пошли вон. Всех подорву. Так, это ж только половина карты. Чё я так трачусь? Сильно. Мне кажется, это последняя будет миссия здесь. О, начинается. Пляски, танцы начинаются. Ого! Нехило мне за них отвалили. Так, ты, парниш, разворачивайся, иди домой. Весело. Так. А кто чё? А, он других, своих же жрет. Офигеть, он их там и ест стоит. Какой хороший футболист. Текс. Ого, сколько вас. Чё-то мне кажется, вас многовато. Ну да, пофиг. Если что, есть гипногрибы и прочая няшка. Так, они еще и замедленные после заморозки. Полезное свойство. Так, тут мы все съедаем. Здесь мы еще ставим. О, нет. Два танцора диска. А не пойти к вам отсюда всем нафиг. Вот это был взрыв. Просто эпик. Так, ну вас подрывать нет смысла, вы и так сдохнете все. А вот наращивать нашу мощь, это дело нужно. О, опять. Опять ты пришел, вали отсюда, на, заморозься. Заморозься. Помёрзни немного. Монетка. Так, тут кратеры еще не заросли. Не-не-не-не-не, не хавайте, не хавайте. О,
Блин, сколько вас? А ну-ка, свалили отсюда. Фига вас там поприбежало. Опять ты задолбал. Иди назад домой. И вы ешьте друг друга. Фак, что я наделал. А где... А, он своих там жрет. Как же это забавно смотрится. Так, а сейчас мы тебя заморозим и надаем по щам. Хорошенько так надаем. Какой живучий, смотрите, как он до сих пор воюет. О, у него только шапка слетела. Да, очень выносливый зомби. А, ну это... А нет, не конец. Ну вот для конца у меня еще есть бум-грибы. Как видим, здесь уже заросли. Вот здесь все раньше было в дырках, плюс в могилах. Ну, это все дело я выровнял. Поэтому все норм. Так, вам я скажу до свидания. И все, я прошел. А, да, сейчас будет новый уровень. Ну, точнее, новая местность. Локация, на нее можно высаживать сухопутные растения. Ну да, кувшинка. О, да, задний двор. Похоже, зомби перестали атаковать твой двор. Теперь они пытаются зайти сзади. И чтоб совсем тебе плохо стало, грибы больше тебе не помогут. Потому что днем они спят. Красота и восторг. Ну, они мне надоели, на самом деле, эти грибы. Пусть они идут в задницу. Наконец-то, наконец-то, мои обычные эти. Не рекомендуется, ну правильно. Ой, не-не-не-не-не. Их еще и можно выбрать. Это жесть. О, теперь у нас есть вишенка вместо бум-грибов. Тоже классная шняга. Не такая мощная, конечно, но и кратер после нее не остается. Текс, текс. Я думаю, так хватит. Попробуем так пройти. Внимание на старт, сажай. Сразу подсолнухи. Уже еще солнце падает, так что все отлично. Так, зачем я кувшинку построил? Это было глупо. Очень глупо. А, споровиков нету, поэтому все печально. Нет дешевого защитного этого. Мне все дорого стоит. Даже не знаю, что делать. Зубастик. Да, не... О, лучше ледяное. Ледяное орудие. Текс. Сажаем дальше. Нужно копить еще 175. А, ну отлично, он еще и по той же линии пошел. Красавчик. Мы тем временем еще экономику нашу будем развивать. Ну а теперь пора уже задуматься о ледяном горохостреле. Ну да. Так, а по какой он линии идет? По верхней? Да. Ну, днем плюс в том, что солнце просто так еще падает, конечно. Так бы нам было вообще очень плохо. Приятная мелодия. О, сколько их тут. Офигеть. Так, вот только бы надо еще ледяных наших пушечек понаставить. В принципе, они могут еще через бассейн скоро полезть. А, блин, у меня здесь никто не стоит. О, черт, о, черт. Ну, хорошо, зубастик в помощь. Только быстрее, быстрее, чтобы оно, оп, и съел. Отлично. В принципе, я уверен, что он его прожует, пока тот дойдет. Как они весело падают. Да блин, зубастик, прожевывай. Быстрее. Нет. Тупой зубастик, что ты делаешь?
Пипец, ну что за зубастик такой? Это просто кусок дерьма какого-то. Не буду его больше покупать. Даже не подумаю. Ты меня разочаровал. Точнее, вообще его сюда ставить не буду. Легче поставить картофельную мину, которая подорвет задешево и все. Ну хотя зубастики по большей части нужны для... Вот можно ставить здесь орехи, здесь пушки, а здесь зубастиков. Те, кто пытаются съесть орехи, зубастики их хавают, и так будет норм. Эй, приятель, ты куда попёр? Куда так разогнался? А, блин, его так легко не сломаешь. Дерьмо. Блин. Нужен зубастик срочно. Ешь его. О, хорош. Так, а здесь мы пушечки, пожалуй, поставим в этом секторе. Дополнительные пушечки не помешают. Или нафиг не надо. Ой, даже не знаю. Ладно, поставлю. Здесь пушки дополнительные. Приближается большая волна зомби. И это последняя волна. Ого, сколько солнца. Оу, ребята. А, блин, не хватает 25 солнца. А, ну ладно, я их и так подорвал кое-как. Блин, не туда поставил. Вот говнюки, а. Ну да пофиг. И так сойдет. Лови, приятель. Ты будешь съеден. Это и вся волна. Какая суровая, тяжелая волна. О! Баклажан? Или что это? А, кабачок. Какой нахер баклажан? Кабачок. Баклажан другим цветом. Но он, по-моему, одноразовый, поэтому не особо крутой. Но для таких вот тяжелых зомби он будет как раз кстати. Ну, на этом мы закончим серию, поэтому всем спасибо за просмотр и комментируйте видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.